Сегодня утром российские фондовые индексы торгуются разнонаправленно. Рубль продолжает ослабевать по отношению к доллару и евро. В пятницу Центробанк Российской Федерации понизил ключевую ставку на 0,5%. А рубль отреагировал падением на данное событие. Сегодня рубль лишен всяческой поддержки, цены на нефть падают, ставка понижена, а налоговый период закончился. Поэтому сегодня мы ожидаем дальнейшего ослабления рубля. Целевые уровни по паре доллар-рубль 63-63,5, по паре евро-рубль 69-70. Однако мы предполагаем, что в ближайшие дни все-таки на рынок пойдет коррекция и пары пойдут вниз.